Да, давай я помогу. Ох, что, думаешь, не справлюсь? Зачем женщина на сносях столько работает? Появление ребенка – это счастье. О, я не хрупкий цветочек. О, тебе больно? Ха, просто мое счастье напоминает о себе. Работники еле шевелятся. Пожалуй, нужно их проведать. Позволь мне, Невет. Баба! И Пуи! Вы слышите? В чем дело? Туннель обрушился! Баба и Пуи остались внутри! Чем помочь? Тебе хватит сил расчистить путь! Может быть, ты их спасешь? Прошу, Неп, там мои братья! Будь здесь, постараюсь помочь. Пробить себе путь. Эй, ты ранен? А, подвернул лодыжку. Мой брат Баба ушел подальше, и тут все рухнуло. Не знаю, жив ли он. Сперва спасем тебя, потом его. Тихо! Кажется, я слышал шипение. Я должен помочь ему. А ты вернись и найди Бабу. Прошу, вдруг он ранен. Скорей! Займись им. Я спасу твоего брата. Спасибо, Неп. Прости, Уотшик. Пришлось убить твоих детей. Но иначе никак. Нет, я пролез сюда перед тем, как все рухнуло. Я не знал, что здесь. Мы копали тут колодец. Видимо, это часть древнего храма. Сможешь выбраться отсюда? Конечно. Я найду своих братьев и переведу дух. Что это за место? Shem en enisu. Anetel.
Нито, часть туннеля обрушилась, но рабочих я спас. Мне и моему ребенку повезло встретить тебя именно сейчас, Миджай. Да благословят тебя боги за твои деяния. Береги себя. Пусть боги хранят твое дитя. Прошу, прошу в Летополис. Прошу! Прошу в Летополис. Я знаю тут каждого, но тебя прежде не видел. Я ищу Тахар. И нашел! Новый дом! Наше рукотворное чудо! Начало большого труда. Нет, я не... Ты просто не понял, друг. Мы даем дом каждому, кто приходит сюда. Откопай его, да помоги с улицами. Вот и все. Я не ищу дом в этой пустыне. Поговори с кем-нибудь из новых жителей. Хоть с Нехи. Он расскажет тебе, как здорово расстаться с прошлым. Я не могу сбросить его, как змея кожу. Откройте новую жизнь в чудесном городе Летополисе. Начните с чистого листа. О, боги! Что же мне делать? Здравствуй. Что случилось? Я проклят богами! Вымау, брат отнял у меня дом и жену, а теперь я лишился последнего, что имел. Моя повозка застряла в канаве за городом. Пришла ночь, и я услышал жуткий рык. И я бросил их там. Своих волов, все, что у меня было. Что мне теперь делать? Рык? Здесь не водятся крупные хищники. Я не мог там оставаться. Это был прощальный подарок отца, Куфу и Чира. И я бросил их-то там. И все, что имел. Я поищу что-нибудь, когда окажусь там. А пока лучше займись своим домом. Спасибо. Мой дом находится справа от входа в храм. Лети на крыльях гора, друг. Тише, тише. Посмотрим, как ты. А, еще одна жертва для славной богини ужаса. Уничтожь этого чужака! По имя не слушай! Вот и где. Попробуй это. Хорошо, что я пошел вас искать. Иначе они бы убили Нехи, а вас скормили львам.
нашел Хуфу и Чиру? Сегодня я плачу от радости. Смотрю, ты много успел сделать. Я нашел в доме что-то странное. Но мой страх оказался куда сильнее любопытства. Посмотри. Конечно. Я раскопал главную залу, а там жуткие надписи на стене. Древние. Не знаю, что там написано, но мне страшно до дрожи. Да, древние. Но многого нет. Слишком многого. Стерты временем и песком. Думаешь, это проклятие? Поспрашиваю в городе. Ну, ладно. А мне как быть? Не знаю, можно ли здесь спать. Не переживай. Поговори с Рамзесом. Он знает обо всем, что происходит в этом городе. Ладно, поговорю. Приветствую! Начните! Я вижу знакомое лицо. Тебе нужен дом? Нет, я... Ты мигом его откопаешь? Хватит! В доме Нехи есть странные надписи. Не волнуйся, друг. Они есть еще в трех домах, но такие старые, что их не разобрать. Я проверю. Ты зря тратишь время, но дело твое. Прошу, прошу. Ведите новую жизнь в чудесном городе Литополисе. Начните с чистого листа, в стране дивных возможностей и надежд. Да, чем могу помочь? Рамзес сказал, в твоем доме есть странная надпись. Да, выглядит жутковато. Думаю, такие есть и у других. Я взгляну? Конечно. Можешь посмотреть. Кажется, тот же стиль. Может, часть одного послания. Недавно тут живешь? Не совсем. Я исследую одну тайну. В твоем доме есть древние иероглифы? Так у всех есть. Мне как-то все равно. А что? Они что-то значат? Не знаю. Я взгляну. Конечно, взгляни. Скажи, если это опасно. Еще одна часть послания.
Можно кое-что спросить? Да, что? В доме Нехи те же символы, что и у тебя. Можно мне взглянуть? Конечно. У новичка, да? Он милый, но выглядит так, будто вот-вот расплачется. Передай, что я о нем спрашивала. Меня зовут Небифер. Еще часть послания. Все части собраны. Это какое-то пророчество. Где же храм?
поднимается ветер и песок. Зачем много лет назад жрецы проводили этот ритуал? Это жрецы Уабы. Их убили? Или они сами ушли в тот мир? Это жрецы Уабы. Их убили? Или они сами ушли в тот мир? Какой-то древний напиток. Давно высох. А, несущая смерть. Этот храм посвящен богине Сехмет. Но я думал, Литополис — дом Гора. Предки отдали Литополис богам, чтобы те позволили жить на берегах Нила. Эти жрецы молили о защите ту, перед кем трепетало само зло. Отведав зелье, они отдали жизни и город в руки Сехмет. Я думаю, предки разгневались бы на Тахарку. О, Баек, я уже почти привык к этим символам. И ко мне заходила Небефер. Ты что-нибудь узнал? Узнал. Но сомневаюсь, что тебе это понравится. А, проклятие! Я знал. Нет, не совсем. Литополис принесли в жертву Сехмет, чтобы защитить Египет. Мы оскорбили несущую смерть. Вот отчего тут вечный ветер. Она хочет вернуть город. Неужели власти слепы? Я ухожу. Может, Небефер пойдет со мной? А что ты? Мой путь ведет меня дальше. Ты был добр ко мне, единственный из всех. Может, мы еще встретимся в этом мире? Ram no on the
место хорошо охраняется. Кто здесь? Уходи! Или я изрублю тебя на столько кусков, что собрать их не смогут даже боги. Не бойся, друг. Я лишь зевака. Да тут смотреть не на что. Эти шакалы все отсюда вынесли. Я читал о древней битве Маахиса с Охом и пришел сюда. Именно здесь Маахис пал в бою с Евнухом Багоем и мастером из Родоса. Ты читал мою книгу Маани Джихути? Нет? Неважно. Что случилось с мечом Маахиса? Мечом Птаха? Тем, что священен для Сехмят и Силкет? Ага, кто ж знает. Разбойники давно все унесли. Их лагерь к северу отсюда. Я туда не ногой. Спасибо. На север. О, Филе, и Фливи. Что? Я убью тебя! Эй! Похоже, про этих злодеев говорил историк. Где же они спрятали меч Птаха? Лучше не привлекать внимания. Мерзавец, тебе не уйти! Тебе не уйти! А? Нашел! Эй, что? Подлезай!
Спасибо, мудрые богини. Он поможет творить добро. Я уже бывала здесь, то есть в Баек. Пустыня совсем не изменилась. Лучше не отходить от пещеры. Черт, мои бумаги тут повсюду. Упс, в них что-то важное? Да, записи об Анимусе. Боли утоляющих нет. 5%. О, 1%. Приди ко мне днем, и мы пойдем домой. С кем ты говоришь? С мумией Байка. Да, она болтушка. Приди ко мне днем, и мы пойдем домой.
кем ты говоришь? С мумией Байка. Да, она болтушка. Incumbite! Nunc honos ne descenda! Надо действовать аккуратно. Escutiamos, Eon! State! Voilà! Я останусь здесь гнить. Татуировка Ангха. Бедный Хапти. Жена Хапти хотела бы забрать его. Стулти сангвинем дамнатус! Бенити! Rote Herwie! Ehren! Tuchen
right position, Gere. Ты возлюбленная Хапти? Я знаю, почему ты здесь. Хапти погиб, скажи. Мне жаль. В рудниках было восстание, и он... Нет, я не хочу знать. Хапти всегда был вспыльчив. Как он посмел нас оставить? Я нашел этот браслет. Он хотел подарить его тебе. И зачем он мне теперь? Мой ребенок будет расти без отца. Спасибо за вести, хоть и горестные. Но, прошу, оставь меня одну. Римляне не прекратят убивать наших мужей. Об этой стороне войны все молчат. Come on.